Друзья мои, всем добрый день. Сегодня 24 июля, это Ленинградская область. И сегодня немножко про перчики. У нас опять прохладно. Ночью сегодня было плюс 7. Вот. Днем сегодня 17 обещают, хотя и светит солнце, но ледяной ветер. Ну так вот, перцы, эта информация будет интересна, я думаю, начинающим огородникам. Но может быть что-то пригодится и уже таким... кто долго занимается этим делом. Я перцы в таком количестве выращиваю второй год. Первые 5 лет попытки были, ну, такие слабенькие. И благодаря Светлане с канала «Дачные советы» я узнала очень много новых сортов, потому что в интернете только «Джипси», ну, еще там парочку, «Клаудио» и все, и «Амброне», и больше ничего и нет. Вот, Светлана рассказывает очень много про новые гибриды перца. Ну, и вот можете посмотреть, что второй год, вот этот видео от прошлого года я оставлю, можете посмотреть уже, когда они... ну, в биологической зрелости перцы, вот те, которые я вам сегодня покажу. Ну, в общем, короче, то есть я с перцами. Друзья мои, тут возник вопрос, что за белые перцы. Это, значит, перцы, цвет перца в технической зрелости. Вот, допустим, перец хаски, вот он, видите, вот он в технической зрелости, вот такой вот белый. Перец кардинал, вот он, вот он такой фиолетовый. Также перцы, естественно, что вот такого темно-зеленого цвета, это у меня клава, вот они, вот Клаудио, тоже темный, вот такой вот перец, вот он Клаудио, Риалто, тоже вот зеленый. И потом он будет, когда спелый, будет вот такого вот цвета. Помпео. И вот они пошли, такие светлые перчики. Это перчик Бланчино. Ну, в прошлом году он назывался у нас Пломбир. Вот он тоже есть в том ролике, когда он уже стоит, кустик полностью со зрелыми плодами. Вот он в таком, вот можете посмотреть, вот он. Вот в этом году. Так, вот она, текила. Вот уже такая фиолетовая. Так, симета. Вот он. Вот он, хаски еще один стоит. Это, друзья мои, в магазине есть перец Самсон. Вот, семенофорум.ру. Вот он так распакован в пакетике. Вы знаете, в общем, на него стоит обратить внимание. Потому что вот он, посмотрите, какой. Какой перец. Вот он светло-зеленый. Видите? В технической зрелости. Светло-зеленый. Вот. Также перец Бабинтон. Тоже также распакован. Вот он. Тоже на него надо обратить внимание. Ну, это Вельможа. Я про него рассказывала. Вот это Кент. Вот такой вот светленький Кент. И вот видите, он уже посажен 7 февраля был, и вот он уже спеет. И вот они становятся вот такого цвета. И перец у нас оранжевая манго. Вот он спеет на кустике. Вот такая вот прелесть. Ранний вкусный перчик. Ну так вот, друзья мои, что я хочу сказать, что перцы, вот такие вот светлые, я их называю белые перцы, они более урожайные. Но это у меня, это чисто мое мнение, я никому ничего не навязываю. Вот можете посмотреть, это в этом году я вот первый раз хаски вот такое выращиваю. Вот такое вот количество перца. Сейчас он начнет, значит, зреть у меня. И дальше пошли тоже веточки. Я думаю, что еще перец будет. Вот. То есть он небольшой, да, но хорошо, как замораживать. Вот так вот верхушечку я обрезаю, друг друга вставляю, замораживать. Хорошо его фаршировать. Ну, так, точно так же он, в принципе, абсолютно нормальный и в заготовке идет. Довольно-таки стенка там у него нормальная. То есть, в общем, как вариант, друзья мои, стоит обратить вот на такие вот перцы. Это хаски, кент,
То есть бланчина очень урожайные. Ну вот амброны звучит все время на слуху. Ну вот можете посмотреть, да, красивые перцы. Вот здесь вот на кустике. Ну их всего вот 4 штуки. Очень они большие, конечно, толстостенные. Это в салат. То есть одно другого не исключает. Вот вам текила тоже. Ну, вообще тоже красавица, цветные. Он что тут прям вообще творится. Вообще красота, когда это будет уже все поспеет. Вот он, клава. Видите, есть, да, перец. Есть перец, но не в таких количествах. И он большой. Конечно, его вот, вот посмотрите. Вот он перец. Его замораживать. Ну, как бы, ну, хорошо в заготовке. То есть толстостенный, большой, 2 перца. Вот вам сразу килограмм. Клаудио тоже. Ну, это вот так вот по цвету перца. Вот тоже зеленый перец. Потом вот становится оранжевый. Очень сладкие. И, конечно, самые сладкие это, друзья мои, вот такие вот оранжевые, которые становятся. И вот эти фиолетовые, которые потом становятся такими прям бордовыми. Вот она, текила. Это самые сладкие перцы. Это тоже хороший на вкус, замечательный. Но вот эти еще не пробовала. Помпео и Риалто. Вот они тоже такие вот огромные висят. Очень большие. Дальше продолжает куст расти. Но где-то уже куст метр 20 точно есть. Будем тянуть его до верха теплицы. Посмотрим на урожаи. Ну, это вот по перцам. Что же сейчас я буду делать? Как видите, первый у меня уже образовался. Как бы первый урожай. Ждем теперь, пока это все покраснеет. Ну, вроде у нас с понедельника потеплеет немножко. До 25, там пару дней будет. Может быть, активнее пойдут они спеть. Вот. Ну, а я... Для второго яруса, чтобы, вот видите, то есть я тут обрезала перец, и вот пошли уже веточки. А что же я сделаю? Какие подкормочки у меня будут? Это я сейчас вот потеплеет буду поливать и подкормлю комплексным удобрением 18-18-18 с микроэлементами. Это вот, вот такое вот. Ну, у меня есть мастер. Вот здесь вот все. То есть, буквально есть, значит, эти... Азот нужен, фосфор и калий 18-18-18 и микроэлементы в большом количестве. Ну, присутствуют такие... Ну, и магний есть, которые очень любят перцы, и железо, и медь, и марганец, и бор есть, в общем, и цинк. Вот здесь идет 20 грамм на 10 литров воды, то же самое я делаю. И плюс я добавлю аммиачный селитр 5 граммов, для того, чтобы все-таки нарастала листовая масса. Без листовой массы у нас не будет урожая. Следующую подкормку я буду делать сброженной травой по своему рецепту, там с добавлением ну, чего-нибудь, или сапропели, или куриного помета, там, или что у меня там есть еще какое-то, что-то я покупала вот недавно в Максидоме. Также... И потом последующие подкормки, пару подкормов гуматом калия под корень. И все на этом. То есть у меня еще предстоит 4 подкормки. И по листу макбор, аквамикс, ну и бактогеном проходиться по тоже от болезней. Ну, вроде бы перцы не так болеют. Ну, это вот такие у меня перчики, такие у меня планы. С баклажанами тоже все хорошо. Ну, с баклажанами все то же самое, в принципе. То есть у меня эта теплица поливается, подкармливается одинаково. То есть вот баклажаны можно видеть чистые, хорошие. Баклажанчики есть. Сейчас собрала баклажаны уже с утра. Вот. Также я их каждый раз душем ополаскиваю. Ну, это в хорошую погоду. Сейчас 5 дней холодно было. Ничего не поливаю, вообще ничего не делаю. Вот.
Ну, а про все свои эксперименты, которые я делала с перцами, это обрезка, это перец гибрид F2 из своих семян, это я покажу в следующем видео. Вот они. Два из пакета и один из моих семян. И также у меня есть клава. И сейчас, друзья мои, общий обзор покажу томатик. Это, друзья мои, вторая теплица. Она очень холодная, но уже начинает нарисовываться урожай. Вот Pink Paradise, вот видите, здесь в углу. Вот они идут. Вот такие вот томаты. Вот такие томаты. Ну, это отдельный ролик сделать по этой теплице. Ну, вот пока вот так вот. Листву потихонечку срезаю. Вот такая красота. Друзья мои, если есть вопросы, спрашивайте. Всем хорошего дня, до свидания.